140 водителей в состоянии алкогольного опьянения задержали сотрудники Саровской госавтоинспекции с 1 января этого года. Еще 26 горожан сели пьяными за руль повторно. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество нарушителей увеличилось. В том году было 118 водителей было задержано по линии административного законодательства и 45 так называемых повторников. Количество аварий, произошедших по вине пьяных водителей, осталось на уровне прошлого года – 3. В одной из таких водитель не выжил. Это ДТП произошло 31 марта по дороге на 4 КПП. Сотрудники ГИБДД регулярно проводят профилактические операции по выявлению пьяных за рулем. Если есть подозрение, что человек находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, его отстраняют от управления автомобилем. Если наше освидетельствование, которое проводит сотрудник госавтоинспекции, не показывает наличие опьянения, то мы тогда отправляем человека на медицинское освидетельствование. У человека отбирают биосреды, обычно мочу, и направляют уже на химика токсикологическое исследование мочи. Если человек был трезвым, то дело закрывают. Если же анализы показали наличие в организме запрещенных веществ, то составляют протокол за нарушение части 1 пункта 12.8 Кодекса об административных правонарушениях. Виновнику грозит штраф и лишение права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет. Если же по вине пьяного водителя погиб человек, то он понесет уголовное наказание. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.